Привет, уважаемые подписчики и зрители канала. Саша Маэстро с вами на связи. Приехал сегодня в очередной раз я в Москву делать добрые дела. Задача сегодня такая у меня. Значит, есть у нас один товарищ, он инвалид, Сашка Синий. Он снимался в сериале «Люди-ублюди». Серия называется «Без рук, без ног». Смотрите, вот я сегодня еду к нему с вашей помощью. Человек вчера переводил денежки. Вот я с этой суммы, значит, потратил, покупал там продукты колючему, губе и всем остальным. И, значит, с этой суммы я хочу выделить для Сашки Синего копеечку. Надо помочь, потому что мама у него тоже больная, болеет диабетом. Вот. Ну и как бы заработки у всех сейчас очень маленькие. Значит, один подписчик, не могу я найти, как вас, какой у вас ник здесь в YouTube, чтобы поблагодарить. Но я надеюсь, вы меня услышите. Денежки я получил, вы мне писали в WhatsApp, то, что отправили сумму. Вот, денежки я получил, снял, вот, расходую по назначению. Вот. И еще один подписчик, Олег, значит, он москвич, сейчас я еду к нему, мы с ним созвонились, он передаст для Сашки Синего кое-какие продукты там, что-то он приготовил, ну и, может быть, по возможности тоже копеечку. Поэтому подписываемся, ребята, смотрим видео дальше, ставим лайки. Если у кого-то есть желание и возможность помочь моему каналу, помочь моим благим намерениям, не всегда мы плохие и не все мы плохие. Вот. Все сугубо по желанию и по возможностям принимаю помощь от вас, в отличие от некоторых других блогеров, так скажем. Вот, поэтому всем добра, здоровья, спасибо большое за то, что помогаете. Смотрим дальше, еду к подписчику Олегу, кстати, у него тоже есть свой канал, связан с рыбалкой, если кому-то интересно, заходите, смотрите его ролики, подписывайтесь. Вот. Ссылка информации, как помочь моему каналу, находится ниже в описании, номера карт банковских, мой личный телефон. Пока у меня нет стримов, пока нет у меня монетизации канала, донаты, значит, у меня пока не включены, поэтому если есть возможность, желание, еще раз повторюсь, извиняюсь, все в описании ниже. Все, всем респект, еду к Олегу за продуктами для Синего. Смотрим дальше видео. Рубин. Да. Так, ребята, еще раз здравствуйте. Вот приехал я к подписчику, к Олегу. Всем привет. Да. На всех подписан. Да, собирает вот нам люди, передачку для Сани, для Синего продукты. Нагрузил тут, я не знаю, килограмм 10, наверное. Как попру, ну допру. Дело такое доброе. Ага. Так, еще сказать. По поводу коляски обязательно хотел обратиться. Может, у кого есть или кто коляску инвалидную. Да, по, ребят, кто там поближе в московском регионе, может быть, есть возможность. Да, передадим обязательно. Где он живет? Так, Коммунарка, по-моему, да? Не, он живет, это, Кантемировское метро. Кантемировское, если что, кто поближе может. Да, да вообще по Москве, что, ну, допрут, да, да, если что. Доставим сами, если что, у кого есть возможность. Да, так что поддержите нас в наших благих делах. Что-то я хотел сказать. А, ну если скажем, то соберем по возможности. Тонечку там. Ну, человеку надо помочь. Да. Привет ему. Маме его положил инсулин. Да. Инсулин тоже передайте. Скажу, какой. Вот такой колет пока. Угу. Все, ребятки,
Да, продукты передадим сейчас обязательно Сашке. Деньжат я ему там закину. Вот, и это. Вся информация по поводу, как помочь каналу, ниже в описании, смотрите. Будьте добры, подписывайтесь, лайки ставьте, потому что, ну, сами видите нашу разницу между блогерами. Чем мы занимаемся, чем занимаются другие. Поэтому всех благ всем. Как Олег говорит, всем 36,6. Описание у тебя будет, да, под роликом? Да. Как связаться и что-то. Да. Все, видео продолжу, как к Сашке буду подъезжать. Всем кому спасибо. Интересно рыбалку, хочу поймать канал тоже. Да, я вначале говорил там. А-а-а. Все, всех благ, ребята, вам. Ну да. Ну все, в принципе. Ну вот, ребята, съездил я к подписчику, значит, надавал он мне тут еды, целую кучу для Сашки. Дал рубль, сигарет, сейчас ему куплю пару пачек, остальное отдам деньгами маме, пусть там сама распорядится, что надо купить. Вот. Всем спасибо большое за поддержку, не забываем, пожалуйста, ставьте лайки. Поддержите канал немножечко. Спасибо, ребята. Сашке приеду, еще поснимаю. Так, и снова здравствуйте, товарищи подписчики. Приехал я к Шурику, короче. Привезли мы ему харчей, немножко денежек. Вот он сам. Здорово всем. Всем подписчикам привет и подписываемся. Мне очень приятно и очень рад, что Сашка приехал с вашей Божьей помощью, так сказать, и, в общем, приятно. И матери приятно, потому что и инсулин даже привез. Да, вот она, наша тетя Лидочка. Спасибо, спасибо. Здоровья всем. Берите. Взяли как-то, ну, немножко так, Санька, с дороги, ну, картошки мамуль пожарила. Да, ну, Сашке вон это, правую руку растереть до ноги. Ну, взяли бутылку водки. Ну, это такой черный юмор. Простите, конечно. Здесь, конечно, я не живу, как и вы, в апартаментах. Я не у себя дома. Я снимаю. Нормально ты живешь. Что-то. Ну, не на улице, во всяком случае. Прибедняешься. А так, что? Чем богаты, тем и рады. Спасибо вам, помогаете, не забывайте. Да и Сане, конечно, огромное спасибо, что с такого кругаля мотанул сегодня, что мам не горюй. Это вот у нас сейчас сколько примерно времени? 21-26. 21-26. Вот из дома я вышел в час дня. Ну вот где-то час мы у тебя сидим, да? Полтора, может. Чуть побольше, да. Вот так вот. Ну, во всяком случае, что, ну... Там что, вот смотрю тоже, и люди у блюди, а там тоже снимался, ну... Как бы с тех съемок мне никто не помог. А вот сейчас Сашка, да, вот новый канал, ТВ Маэстро, да. Отсюда уже люди, вот действительно я вижу помощь. Вижу помощь инвалиду. Я не здоровый человек, которому можно было бы там сказать, да слышь ты, иди тусуйся рэпом, пацан, это, сам себе заработаешь. Вот допустим, как сейчас там это... Новый сезон, люди-ублюди, вот Дэн снимает. А что он снимает-то? Он взял, короче, да, с людей денег собрал. Приехал. Лежит там, короче, Любаня и Калюня. Ну, Коля Голливуд, короче, да. Я его по-другому с мамой, мы его называем прорабом, потому что, ну, у него профессия такая, ну, да, человек да, умный, он молодец, своего рода, вот. Он молодец, пацан. Вот. И что, он приехал, разбудил. Ему дают, короче, это. Он спрашивает, ну что там, как дела? Тут говорит, дай закурить. Тут достает ему сигарету. А люди-то ему скинули с деньгами, чтобы он поехал. Реально поехал, чтобы, ну, там показал, чего, как люди живут там. Потому что, ну, сердобольных же много народу. Как и сейчас, вот, допустим, Сашка привез и продукты привез, и даже деньги, и лекарства. Деньги, кстати, Христом Богом. Спасибо большое. Вот. Олежка, у него, кстати, тоже свой канал, у него про рыбалку канал, заходите. Хочу поймать называется, да, и заходите тоже, подписывайтесь, тоже такой, ну, такой парнишка, молодец.
Вот. Ну, тоже человек больной, но, как говорится, Бог ломал и нам давал. Ну, вы увидите, еще дальше будет серии со мной, со всем остальным, со всем контингентом, кто есть на Савеловском вокзале, да и вообще в городе Москва, и, может быть, и больше заплывем. Дай Бог здоровья каждому, чтобы все было, как говорится, так, как мы хотели, а не как нам велят. Вот. Ну, а что, он приехал, говорит, дай закурить, он им говорит, дай сигарету. Он ему дает сигарету. Ну, слушай, ты, тебе дали денег. Да отдай свои сигареты или дай ему денег на сигареты. Ты хоть бы привез бы там бутылку воды, там, блин, лепешку. Ну, что-то лепешка стоит, 30 рублей, 35, что ли, елки-палки, блин. Да курицу гриль, да что она стоит, там, 260 рублей. Да не надо водки, тебя никто об этом не просит. Ты купи просто по-людски хлеб да соль, больше вода и больше не надо. На этом человек да выживет. А ты чего? Дал сигарету, ну ладно, а где кто? Кто где-то, где кто? Ну что ты не понимаешь, что площадь пустая. Он куда он пойдет? Вот он встанет, пойдет, захочет дальше закурить или попить, или что-то. Он встанет, куда он пойдет? Что он себе возьмет? Что он найдет? Ничего. А ты, тебе дали денег, какой же ты человек. И после этого, да, вот он маэстро, вот он сейчас меня снимает, да, вот Саня, мы с ним давно друзья. Я как здравый человек, здравомысленный, говорю, тебе дали денег на то, чтобы ты поехал, навестил их там, ну, поправил их здоровье, как да не надо там водки брать. Ты возьми поесть, возьми сигареты, им возьми воды. А там, как они будут спать, как, ну, уже как ночь, как, ну, уже, как говорится, как звезды покажут, так они и лягут спать. А ты еще говоришь такое, блин, я вообще не понимаю, ну, как так можно, где же это людское, где это человеческое. Вот человеческое, да, люди взяли там с миру по нитке, голым и рубаха, там собрались, один дал продуктов, там дал денег, еще дал лекарства, другой дал еще там денег, там, ну, что было на сигареты. Огромное спасибо большое, ребята. Огромное вам спасибо. Потому что вы сами понимаете, сейчас такое время, что да, я не спорю, я не отрицаю, я вообще, да, я. Нет, а что, я мне просто присесть там, где мне нравится сидеть. Я просто буду сидеть, я никому не буду кричать, люди добрые, помогите. Люди будут подходить и кидать деньги сами. Потому что понимают, что неспроста я так сижу здесь. На том месте, где я буду сидеть. И дают, дай Бог им здоровья, как и всем остальным, дай Бог здоровья. Кто помогал, кто помог и кто будет помогать. Храни вас Господь и ваших детей, и всех ваших близких. Чтобы вы не знали никто, что такое горе, остаться без руки, без ноги. И чтобы еще левая нога не шевелилась, не сгибалась и не разгибалась. Только знал одно, что пересесть и все, взять. Чайник заварить себе, можешь включить, чай заварить, закурить сигарету, пепельница, вода. Поесть, конечно, кушаешь. Ну, бреешь, да, бреешь я левой рукой. Ну, я не бреюсь, мне вот мать сегодня с утра говорит, Саня, может, ты побреешься? Я говорю, да какой бриться, мама, что надо? Она смеется, говорит, ну, она просто знает. Сашка тоже покажет вам фотку, где я не бритый, с бородой-то. Тоже приколитесь и скажете, ну, маджакет какой-то. Хоть и сейчас тоже, конечно же, не а-ля Франция на том конце. И не с того я аж конца. Ну, вот такой вот я. Саня меня звать, Синий погонял. Так что вот так вот. Ну, есть в этом мире перспективы, верите? А Синий почему? Ну, как почему? Это не от того, что... Оно не моя это погоняло вообще. Это погоняло моего отца. Там, где я родился и вырос, так сказать, ну, где я родился, вырос и воспитывался, это называется Родина, правильно? Вот. Родился я в Молдавском ССР, в городе Бендеры. Вот. Отец мой строил пятиэтажку, а у меня уже, вот, уже получили квартиру в новой панельной девятиэтажке. Ну, Союз, 96-й год, это уже, ой, было прогресс, это было, ну, великие дела. Это было, да, нас ждут великие дела, люди так шли с этим вот на работу, с таким девизом, что нас ждут великие дела. А сейчас что ты идешь на работу? Тебе там обрежут налогами и со стеху и горка собирай бычки, блядь. Сука. Вот. А чё?
Там я родился, да, там я вырос. Ну, батя строил, короче говоря. Вот, ну, вообще, Сашка, пацаны, он и, пока вот там пиздоболит что-то. И Сашка тоже к нам пристроился. Ну и вот. Да, и вообще нормально сидим, давно не виделись. Батя строил, короче, эту пятиэтажку, кирпичную пятиэтажку. Ну. Вот, и в этой, там ему все кричат: синий-синий. А что, он как-то шел цех, он сам тоже построил цех. Он там был и инженер, и прораб, и кто хочешь в этой стройке. Хотя вот эти вот инженеры, все остальное, ну, он башковитый был мужик. Очень башковитый, потому что... Умел читать. Чертежи. Он просто смотрел, и он... Да, он как, он поступал в Харьковский... Он их не читал, он их курил. Да, он их и курил, и читал, Саня. Ты что, совершенно верно. Ты откуда? Ты случайно с ним не учился, а? Я такой же в мебели. Вот, так это служит. Так он ж что? Он ж поступил в Харьковский инженерный институт. Ну, там дед денег подзажал, и он, короче, его перевели, он перевел. В ПТУ обычно, ну, короче, там строительный техникум. Сейчас этот город называется Акерман, это Одесская область. У меня отец, мать... Братское сердце, Сашка. Чего? Ты скажи, пожалуйста, это ты все ведешь к тому, а откуда у тебя погоняло синий, да? Да, это муж батя. Там, да это, я же говорю, это что... Это только первый том или уже второй? Да нет, это только начинает. Почему я говорю, что он это? Он строитель, понимаешь? Он сам построил... Так а синий-то почему? Он завод построил. Так что, он шел, короче, ему котелец на ногу упал. Кто-то там столкнул студентов, да? И он аж посинел от этого. Ему погоняло, дали синий. И там еще на заводе был один мужик, он... У него тоже был погонял синий. А тут уже помер, понимаешь, уже все. Ну вот как раз это власть было. Меняет. Все это было в 9 дней в этих вот, что вот, знаешь, как вот, ну, по-христиански 9 дней, понимаешь? И вот он новый синий. Батя дали погоняло. И тут стройка, что, ну детвора, вот дом мой стоит, да, и вот стройка, да, ну, пятиэтажка, батя строит, да. И там синий, там что, синий, что это, а батя что, ну, как бригадир, что это, что, ну, сидит, раскидывает и сам делает свое дело. Он не было же такого, что бригадир, значит, ну, знаешь, это, метлом погонять, знаешь, это. А работал мужик как мужик, потому как что, ну, да, как и все на равных, нахуй. Ну, если на частных где-то работах, то он, конечно же, тоже на равных, но он указания давал каждому. Ну, как, каждому своевременно, что нужно делать. Короче, ничего. Вот. Ну и вот они услышали, вот и мне дали синий. И вот мне в 9 лет как прилепилось синий. А там мне было Кощей. Ну, где я Кощей, пацаны? Ну, 54-й, что ли, блин. Ну так. И эта майка, ну она еще маловато. Вот, ну, что? Может быть, как-нибудь, не знаю, по прическе дали тебе погоняло. Да нет, ты что, я в это... Да нет, ты что. Панк-рок я чуть позже записался. Сектор газа, да? Да, во, панк-рок, говоришь, сектор газа, да. Из колхозной молодежи панковал один лишь я. Ну и вот так вот синий. И все меня знают как синий, нахуй. По всем командировкам. Где-то в последней командировке меня знают как Саня Синий Безрукий. Вот. А тут уже не только Безрукий, у меня вон, если видите там дальше, у меня моя коляска разломанная стоит. Надо да, новое. Кстати, ребят, мы там с Олегом говорили в видео, еще раз извините, повторяюсь, если у кого-то будет возможность, кто из ближайшего региона, да, из Москвы, и там ближайшее Подмосковье, если у кого-то есть подгон, потому что, ну, сами знаете, да, разные случаи бывают. Кто-то, да, кто-то побогаче, там. Да, кто-то победнее, кто-то там купил коляску покруче, а это просто... Идет, да, это просто нафиг не нужно. Будьте добры, там, дайте какой-то маяк. Да, ну, вон, ручки у меня, спинка задняя порвана. Куда? На ней никуда. Даже на улицу просто вот так выйти, просто на улицу посидеть, да покурить. Вот так вот, ребята, я доехал, все нормально. Спасибо вам большое. Пожалуйста, человек, который задонатил деньги, который мне писал в WhatsApp, пожалуйста, откликнитесь. Мы просто не знаем, кого поблагодарить. Ну, я думаю, вы нас услышите. Ближайшие минуты. Да. Ну и хочу также передать всем привет Антохе Теплому, там, Ру, Эду, нашему Олегу. Ну, который... Да, Иринку тоже. Да, Ирочке Жулебина. Игорёне. Сюшке. С Краснодарского края. Игорю, да, да. Сачей. Сачей.
Всем респект. Томск, Омск, Сибирь, привет, мы с вами. Да, сибиряки, привет, Дальний Восток, всем благодарность. Да, ребят, еще обращаемся, такое маленькое окончание к видео будет. Всем еще раз спасибо, всем, кто желает помочь каналу, ссылочка там внизу в описании. Вот, колокольчик нажмите, видео будет очень часто теперь появляться, я буду стараться. Ну и вы поймете из всего видео, что происходит, да, кто, куда, что и для чего создают подобные блоги. Все, всем здоровья, как наши подписчики говорят, сейчас модно очень стало, всем 36,6 подмышку.